которого ты делаешь. Здесь есть нюансы. Нюансы, это значит, есть места, где надо сыграть тихо, где громко надо сыграть, и средний звук. Вот, посмотри, есть такие значки. П это означает пьяный, значит, надо сыграть тихо. Ну, такой довольно. Это форт, надо играть громко. Где П? Это П. Пьяно тоже тихо. А не на ИСО? Средний. Понимаешь, средний? А средний не. Ну, смотри. Вот. Сколько мышц звуков у вас? Да, да, ну я так привёшь, ребята, попробую. Вот послушай. Вот три звука. Пьяно, средне и громко. Разницу ощущаешь? Да. Сыграешь там? Сначала тихо, потом средне. Ну. Еще тише, нам нужна пьяна и форта. Да, но лучше начать чуть громче.